15 сентября в школе номер 3 прошел мастер-класс по 3D-моделированию. В рамках проекта школы Росатома ученики 4 Б-класса узнали, как работают 3D-ручки и даже применили их на практике. Примерно так будут выглядеть уроки рисования в школе будущего. Вместо кисточек и красок – так называемая 3D-ручка – настоящая находка для современного творчества. С помощью нее можно изготавливать небольшие модели из пластика. Устройство расплавляет пластмассовую нить, и пока она снова застывает, материалу можно придавать любую форму. Наконечник ручки может нагреваться до 240 градусов. Несмотря на это, прибор полностью безопасен. Для остывания элемента и застывания краски предусмотрен встроенный вентилятор. Также можно подобрать холодную ручку, в которой главным элементом является быстро затвердевающий фотополимер. Применение 3D-технологий позволяет ребенку познакомиться с моделированием, развивает воображение и пространственное мышление. Мы пытаемся детей приучить к тому, что они должны уметь конструировать, они должны уметь пространственно видеть какие-то детали. Опять же, ребятам нужно объяснить и дать понять, что нет ничего страшного в точных науках, например, таких как геометрия, где пространственное мышление является основополагающим. В этом классе ребята рисовали 3D-элементы для создания объемного символа школы Росатома. Занятие увлекательное и в жизни пригодится. Рисование 3D-ручкой помогает готовить будущих архитекторов, дизайнеров и даже градостроителей. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.